Всем привет! Многие под предыдущим видео просили записать видео про подсветку дверных карт. Ну, в общем, вот записываю. В общем, в моем автомобиле я подключил двумя способами. Сейчас про каждый вам расскажу, каждый проговорю, как подключать. Вот. И у каждого есть свои плюсы и минусы. В общем, первый способ. На AliExpress заказываете вот такой холодный неон. Он прям так и называется, холодный неон. Вот с такой вот пимпочкой получается, чтобы в щель залазило. Стоит, не знаю, рублей 100-150. Я заказывал две штуки по метру. И получается синего цвета. То есть под стрелочки, под кнопочки. У меня все кнопочки синего цвета. Вот. Я сюда заказал тоже синего цвета. В общем, заказывал одну с USB-выходом. Вот, ну, обычный USB-выход. Вот это получается, сейчас работает она. То есть одна от USB, получается, я ее прокидываю здесь полностью, снимаю карту, прокидываю здесь, получается, через гофру, аккуратно, через всю торпеду и подключаю к магнитоле. То есть я хотел сделать от магнитолы, но времени не было, я пока сделал от прикуривателя. Вот, ничего сложного нет, единственное, что сложно, это в гофру вот здесь вот уложить провод. Очень сложно, здесь штекер прям получается в кузове, будьте аккуратны, там очень тоненький проводок нужен. Потому что я первый раз, когда делал, протягивал провод, он оказался толстым, не пролез, фишка не давала засунуть провод. Пришлось опять все разбирать, нашел потоньше проводок. И получается, уже потом просунул и удлинил сюда. В общем, показываю второй способ. Второй способ немножечко полегче, ну, для кого как, смотря. То же самое, разбираем дверную карту, протягиваем сюда полосу. У меня здесь тоже она, ну, такая вот в разъем. Пока еще не крепил, так просто воткнул и все. И питаемся, получается, от кнопки. Вот от этой кнопки. У меня вот выведены провода. Получается, сейчас покажу. Так, вот плюс-минус идет от этой ленты, получается. И здесь есть 4 контакта в штекере. То есть к крайним подключаемся, плюс-минус. Вот, и будет у вас работать. То есть когда зажигание включаете, у вас подается питание на кнопку, то есть от кнопки подается питание на саму ленту. И все работает. Но можно сделать такой способ только на трех дверях. На водительской двери получается 3 контакта. 3 контакта. Здесь 4, а на водительской 3. Я как не пробовал, подключал и так, и сяк, не получается. То есть придется вам отсюда тянуть через гофру к той двери провод, чтобы запиталась, получается, та лента. Если выберете этот способ. Если выберете первый способ, то есть вам в любом случае тоже придется через гофру пропускать с одной стороны и через гофру пропускать провод с другой стороны. Получается, на конце USB выхода вот такого идет раздвоение, то есть на две, получается, на две ленты. Я ниже под видео оставлю ссылку на такие вот двойные фишки. То есть у вас один выход получается, здесь вот так вот просовываете. Ну, я потом запитаю все от магнитолы, вот этого провода не будет, у меня сейчас вывел, так по-быстрому вам показать. У меня сюда вот вставляешь, и все работает. То есть от USB идет два выхода, получается, на две ленты. Ее прокладываете внутри на одну сторону и на вторую. То есть от дверей кидаете провода через гофру на один разъем штекера и отсюда на второй разъем штекера. В принципе, ничего сложного нету. Главное иметь вот терпение вот именно в штекерах. Вот здесь вот в разъеме штекера. Аккуратно тоненький проводок возьмите, просунете, и проблем никаких не будет. Вот вам два способа подключения. Еще раз повторяю, что ни у кого не видел именно на Ford Focus подключение. В принципе, много видел видосов у других, и Chevrolet Cruze, там, и на Lanos делали.
То же самое практически. Я не понимаю, почему никто не додумался сделать именно вот так. Ну, ничего сложного нет, еще раз повторяю, все как бы доступно, все прозрачно. Ссылки все оставлю в описании под видео. Вот. Так что берите, пользуйтесь. Если вопросы будут, пишите в комментарии. Все, всем спасибо, всем пока.